Дагер с мячом, пас назад. Какая ошибка в защите? Да Сокол, по-моему, Дагер гол! Вот так вот Сокол-то наказывает за ошибку сразу же. Ну вот, немножко у нас игра стала поживее. Сейчас Амиджи, удар, гол! Гол! Выходит Протон Динеп вперед. Ну и ЗТ2 снова проигрывает, как и во всех матчах последнего времени. Удовольствие и есть возможность там разных игроков попробовать. Там я говорю, работаешь, гол! Вот, здорово! И вот уже счет не плюс 2, а плюс 1. И вниз сразу же еще один гол. Ну вот, 4-4. Передача в центр, не проходит Федосеева, но все-таки мяч до Михаила доходит, и удар Федосеева, гол! Ну вот, не только желтыми бутсами Михаил выделяется сегодня, наверное, это точка. 5-3.